Всем привет! В этом видео немного об инсте «Вечное пристанище». Приятного просмотра! Еще одна простенькая временная зона «Вечное пристанище» или ее называют еще «Убежка». Для того, чтобы запустить инсту, потребуется пообщаться с НПЦ, выбрав необходимый уровень сложности. Далее нас ожидают 5 разных РБ. За каждого РБ дают опыт от меньшего к большему. Дойти до главного РБ можно только после того, как сольем первых 4 боссов. В принципе, ничего сложного. Все зависит от ДПС группы. Рекомендую на ключевых ДД юзать исовский скилл «Руки ангела», так как РБ любят кидать дебафы, в зависимости от РБ это могут быть стан, слип, рук или фир. Первыми 4 РБ проблем возникнуть не должно, рапсодию битвы юзайте по ситуации, но обычно со средним ДПСом юзают на первом и последнем. Последний РБ самый жесткий, на нем точно сначала юзают брошку, а после только рапс. Также конкретно этот РБ любит кидать массовый фир, поэтому не стойте в проходе. А то побежите вы назад без тормозов. В идеале нужен хил с МК, но, к сожалению, он не всегда есть в пати, поэтому, если заметите кат скилла «Массовый страх», быстро юзайте что-то на иммунитет к отрицательным эффектам. Это может быть антаргет, скилл очищения с граната или своя целеста. Финальный босс на середине хп юзает чит на 30% дефа, который не снимается. А также при нанесении последующего урона уже может заюзать щит на 50% и 60% дефа. В идеале его нужно успеть слить до всех этих щитов. По завершению инсты начисляют опыт и вудбокс с рандомной наградой. Благодарю всех за внимание и поддержку, желаю вам приятной игры и до скорого!